второй этаж, первый этаж, третий, ничего не надо. Постепенно, чтобы поджечь, выкурить. Понял, сидят вот в этом здании прямо. Сейчас не знаю, вот они, скорее всего, уже убежали. Там никого нету? Если надо, подождем. Этого здания свою группу и с той стороны в подъезд заскочить. Но одного отправь, можно ли туда зайти посмотреть. То есть можно ли зайти. Да, двоих оставь. Потому что здесь нереально сходить. Аккуратно, пенни сюда вот. До угла, давай, там вот уря чеши. Да, с той стороны в подъезд зайдете. Если там много дыма, то не надо выходить. Просто оттуда. Разведки, хаволиши, что курба да, це вещь. Первый подъезд горит. Первый подъезд горит. Командир, первый подъезд горит. Ну все, значит, тогда людей оттуда собрали. Сейчас будем подходить на 70-й. Временная остановка, буквально 200 метров до школы, которая считается штабом Азова, официальным штабом Азова. Там дальше детско-юношеская спортивная, что такое школа. На кадрах видеосъемки с коптера видны две гаубицы или пушки Д-30. В общем, побитая техника их стоит. Вот, пятиэтажки. Сейчас вот их зачистили. К сожалению, они горят. Местные жители, получается, лишились имущества. А лишились имущества они, потому что здесь засели азовцы и ранили нескольких наших бойцов. Давайте, вот там проход дальше, за угол забегаем пока.